Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Январь. В Риме сейчас очень мало туристов. И когда один или два дня приходится быть дома, то у меня возникает желание насладиться моим Римом. Мы в базилике Святого Петра. Я уже второй раз прихожу сюда, чтобы подняться на купол собора. Вы, наверное, заметили, что я не показала фасад собора, площадь, а сразу начала снимать внутри. А все потому, что сегодня вообще не было очереди, чтобы пройти в собор. Я даже растерялась, подумала, что собор закрыт. Но нет, это объясняется низким туристическим сезоном. Прежде чем подняться на купол, я зашла в базилику. Когда еще совсем раннее утро и в базилике включен свет, то есть возможность лучше рассмотреть самую большую и красивую базилику мира. Святой Петр, в честь которого была возведена базилика, был на посту главы церкви более 25 лет. Он был распят и казнен на перевернутом кресте в 64 году. На его могиле стоит этот собор. Захоронения святого Петра находятся под главным алтарем. Вот здесь внизу находится могила святого Петра, могила самого первого папы римского. Рядом с главным алтарем находится статуя святого Петра. Этой статуе приписывают чудотворные свойства, и многочисленные паломники стараются прикоснуться к бронзовой ноге статуи. И вы обязательно это сделаете. А 29 июня, в День памяти апостола, эту статую облачают в одежды. И кажется, что эта статуя оживает. Вам, наверное, кажется, что это ткань. Присмотритесь получше. Это мозаика. Хотя в базилике балдахин Бернини не выглядит таким большим, но он по высоте 29 метров. Вверху стоят статуи ангелов, между этими ангелами – ангелочки. Одна пара ангелочков держит символы папы, ключи и тиару. Другая пара ангелочков держит символы святого Павла, книгу и меч. Знаменитый купол, над которым работал Микеланджело, стоит на четырех больших и мощных столбах. Первый камень нового собора был заложен в 1506 году в основании одного из этих столбов. А я сегодня планирую подняться на купол. Если вы досмотрите видео до конца, значит и вы сможете побывать там и пройти вместе со мной по узким лестницам, ведущим на самый верх купола. Статуя святой Вероники. В преданиях рассказывают, что она дала изнеможденному под тяжестью креста Иисусу льняной платок, чтобы он мог промокнуть кровь и пот с лица. Лик Иисуса запечатлился на платке. Вот так выглядит один из четырех мощных столбов, на котором находится самый большой купол. Статуя Лонгина. Лонгин – это тот воин, который пронзил копьем ребра распятого Иисуса и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз.
Как же приятно рассматривать собор и открывать для себя новые и новые тайны, когда вокруг очень мало народу. Никто тебе не мешает и не отвлекает. Если вы планируете поездку в Рим, в Ватикан идите только утром. У входа в собор в мраморном полу вы заметите круг из красного порфира, вот этот. Его перенесли сюда из старой церкви, а там этот круг находился у главного алтаря. Одна из самых уникальных достопримечательностей Ватикана – купол собора Святого Петра. И туда стремятся попасть многие из тех, кто посещает самое маленькое государство – Ватикан. Билеты на купол продаются только за наличный расчет. Карты не принимаются к оплате. Так что помните, что в кармане должны быть наличные деньги. Иначе рискуете не попасть на купол. Я куплю билет за 10 евро, чтобы воспользоваться лифтом, и мне останется пройти только 320 ступеней. Заплатив 8 евро, придется преодолеть 551 ступеньку. Так что, покупая билет, рассчитывайте свои силы. Посмотрите, сейчас утро, и в кассу за билетом на купол собора Святого Петра совсем нет очереди. Но если вы придете сюда во второй половине дня, вы потеряете очень много времени. Еще раз повторяю, приходите в собор Святого Петра утром, и вы сэкономите время и не будете стоять в очередях. А какое счастье подняться на купол и позавтракать там. Я так и сделаю. Сейчас зайду в дверь, а там и лифт. Лифт меня поднял до определенной высоты, и сейчас мне остается преодолеть только 320 ступеней. Ну что, готовы подняться вместе со мной на купол? Тогда пойдемте. Я прошла по узкому коридору и сейчас зайду вот в эту дверь. Мы сейчас находимся с вами внутри под куполом базилики. Посмотрите, какая красота! Еще 15 минут назад мы находились внизу базилики, а сейчас мы под самым куполом. Можем прикоснуться к мозаике и рассмотреть роспись купола.
Высота этого купола от пола до самого верха 136,5 метров. Это самый высокий купол в Риме. Ширина его 42 метра. Он третий по ширине после купола Пантеона и купола базилики Санта-Мария-дель-Фьори во Флоренции. Моделью для купола собора Святого Петра стал все-таки купол Пантеона. Видите дверь, в которую мы зашли? Сейчас мне предстоит пройти по самым узким коридорам, чтобы попасть на вершину купола. Оттуда открывается самая красивая панорама вечного города и его окрестностей. Ну что, идем все выше и выше? Посмотрите, какая прекрасная панорама открывается уже отсюда. И работники на крыше. И здесь работники. Идет ремонт купола. На 165 ступеней. Обратите внимание, какой наклон стен. С каждым поворотом все больше и больше наклон. А вот уже и финишная прямая.
И последний подъем. И мы на куполе. Перед нами открывается самый красивый вид на Рим и Ватикан. Теперь можно не спеша прогуляться и порассматривать вечный город и самое маленькое государство Рима – Ватикан. С этой стороны купола открывается прекрасный вид на площадь собора Святого Петра, над которой 11 лет работал архитектор Бернини. Заметьте, в это время народу на куполе очень мало, а во второй половине дня здесь будет не протолкнуться. Чем дальше я продвигаюсь вперед, тем больше открывается вид на Ватикан. Перед нами Сикстинская капелла и музей Ватикана. За музеями Ватикана начинаются сады Ватикана. Дворец правительства Ватикана. Слева от дворца находится железнодорожный вокзал и железная дорога Ватикана, которая считается самой короткой в мире. Вдалеке мы видим холм Янику, а это купол православной церкви. Вход на купол открывается в 7:30, так что, ребята, чем раньше придете, тем лучше для вас.
Сейчас смотрю на эти граффити и вспоминаю, что в свое время, когда Рафаэль и Микеланджело спускались в Золотой дом Нерона, тоже оставляли автографы на стенах. Налюбовавшись прекрасными видами на Рим и Ватикан, пора в обратный путь. Спуск расположен в другом месте, поэтому с поднимающимися на купол людьми мы не пересечемся. А сейчас мы выходим на крышу собора. Здесь тоже открывается прекрасный вид на Рим и Ватикан. Туалеты, фонтанчик с питьевой водой и прекрасные виды на вечный город. А ведь несколько минут назад мы наслаждались видами на Рим и Ватикан с самой верхней точки купола. Задержитесь немного на этой смотровой площадке. Здесь есть бар, где можно позавтракать или выпить кофе, сувенирная лавка, там можно купить открытку за 50 чентезимов и марку. Марка, чтобы отправить открытку в Россию, стоит евро 20. Где-то через месяц открытка дойдет до адресата со штампом Ватикана. И я купила несколько открыток. Первым 5 написавшим в комментарии под этим видео «Хочу открытку» я отправлю открытку через почту Ватикана, предварительно связавшись с вами для уточнения адреса. Так что пишите, кто хочет открытку. На этой смотровой площадке можно поближе подойти к апостолам, которые украшают базилику, и поближе рассмотреть их. Выход с сувенирной лавки и рядом почтовый ящик Ватикана, куда опускают открытки.
Я вышла из дверей в базилику прямо к надгробию королевской семьи Стюартов. Это работа скульптора Кановы. Прошло где-то больше часа. Посмотрите сейчас, сколько людей в соборе. Еще, правда, не так много, но значительно больше, чем час назад. Я зашла в базилику, еще не было 8. Сейчас уже 10:30. Время пролетело незаметно. Я сейчас направляюсь к выходу и хочу еще раз показать, где находится Пьета Микеланджело. Чтобы яснее представить лицо Христа, Микеланджело пришел в еврейский квартал, который находился в то время в Трастевере. Люди не возражали, когда Микеланджело рисовал их за работой, но специально не позировали. И поэтому мастеру пришлось объяснить, что он хочет изобразить оплакивание Христа, и натурщики стали приходить к нему в мастерскую. Скульптура изображает скорбящий образ Девы Марии, держащей на коленях безжизненное тело Сына Иисуса. В базилике святого Петра 5 дверей, одна из которых святая дверь. Она открывается в святой год раз в 25 лет, а все остальное время замуровано бетоном, а ключ от дверей находится в коробочке под крестом. Последний раз святая дверь открывалась в декабре 2015 года, когда Папа Франческо объявил 2016 год внеочередным святым годом. Святые двери остаются открытыми на весь год, но на ночь, конечно же, их закрывают. Слева от Пьеты Микеланджело находится капелла Сан-Себастьяно, куда я сейчас и направляюсь. Под алтарем этой капеллы находится тело папы Иоанна Павла II, который причислен к лику святых. Следующая капелла называется «Капелла святых тайн». Когда видят группу туристов, которые хотят просто посмотреть, их туда не пускают. Это место для молитв. Мозаика «Последнее причастие святого Иеронима» была сделана по картине художника Доминикана. Знаменитая картина находится в пинакотеке Ватикана. На картине изображен святой Иероним, принимающий последнее причастие. Под алтарем стоит саркофаг с забальзамированным телом папы Иоанна 23-го, папа римский с 1958 года. Его понтификат продлился неполных 5 лет. Этот папа стремился модернизировать католическую церковь в связи с изменившимися в мире условиями. Для тех, кто подробно хочет изучить базилику, при входе в базилику продают аудиогиды. Есть аудиогид и на русском языке. Можете купить отдельно аудиогид по базилике, на купол и гротты. А можно все вместе, и это вам обойдется 20 евро. Но на купол билет надо покупать отдельно.
А сейчас я хочу еще раз вам показать, где находится вход в гроты Ватикана. С левой стороны от главного алтаря, у одного из главных столбов, на котором держится купол, находится лестница, ведущая вниз. Священные гроты находятся на 3 метра ниже базилики, на уровне пола первой базилики. Здесь находится захоронение святого Петра и других римских пап. Вход в подземные гроты бесплатный, открывается в 9 утра. Фотографировать и снимать запрещается. Я сделала всего лишь несколько кадров для того, чтобы дать вам понять, как это все выглядит. Так выглядит святая дверь при входе в базилику. Помните, ее я показывала в базилике, заложенную бетоном. Она открывается раз в 25 лет. А на этом я буду прощаться с вами. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Я передаю привет всем, кто гулял со мной по Риму. До новых видео и до новых встреч, друзья мои!